Насильник из Осташкова напал на журналиста Тверского проспекта. Это произошло в областном суде на заседании по делу ранее судимого 62-летнего Сергея Щербакова. Он обвиняется в изнасиловании и зверском убийстве 14-летней девочки. Еще раз напомним, процесс проходит в закрытом режиме. Прессу на последнее слово не пустили. Исключение сделали лишь для нашей съемочной группы. Как нам стало известно, Щербаков признал себя виновным в убийстве и завладении чужим имуществом. Но он отрицал свою причастность к изнасилованию и иным действиям сексуального характера. Подробнее о резонансном деле расскажет Ирина Чекунова в итоговом выпуске программы «Патрульная служба». Что скажете в последнем слове? Тихо. Ты что творишь?